задолженности, на сегодняшний день задолженности по зарплате у предприятия нет. Текущей задолженности по налогам также нет. Предприятие продолжает повышение долгов по налогам за предыдущие годы работы, это до 2016 года. Значит, за 10 месяцев 2016 года погасили 120 тысяч долгов. Продолжается работа с населением по заключению договоров. За неделю прошедшую составлено 16 админпротоколов. В дальнейшем, значит, работа с этими людьми, на которых составлены админпротоколы, проводится на предприятии. Если человек категорически отказывается заключать договор, подаем на админкомиссию. Подготовка к зиме. Ну, наша задача основная – это, значит, подготовить технику. Это, в принципе, все в плане, в рабочем режиме проводится. То есть техника готовится, я надеюсь, что будет... Техника у вас готова, у вас бульдозер? У нас бульдозер и трактор, сейчас мы занимаемся вопросом приобретения лопаты на трактор. Ну, на ходу у вас и бульдозер? Да, на ходу техника, да.